Казахстанские выпускники смогут сами выбирать формат своего последнего звонка. Сегодня в Министерстве просвещения подвели итоги года и рассказали о том, как завершится последняя четверть. На каникулы отправятся более 3 миллионов школьников, а торжественные линейки пройдут 25 мая для 186 тысяч 11-классников. Выпускники получат возможность решать, в каком формате пройдет торжественная линейка. Главное условие – мероприятие должно соответствовать уровню высокой культуры и духовности, без лишнего расточительства. Ну а для остальных школьников 24 мая пройдет единый классный час на тему «Булемым от Анема». Там классные руководители подведут итоги учебного года. В ведомстве уже определили сроки проведения экзаменов. Торжественное вручение аттестатов запланировано с 12 по 15 июня. Вместе с тем, в сфере образования наблюдается нехватка специалистов. Мы по-прежнему испытываем дефицит кадров, и это в первую очередь связано с демографическим ростом в нашей стране. Прирост населения в нашей стране на сегодняшний день составляет 2,4 до 3,5 коэффициент, особенно это касается западных и юго-западных регионов.